Сельхозземли, которые не используют, необходимо скорее вводить в оборот. Об этом Владимиру Путину сообщил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев. Напомню, президент уже провел встречи с представителями других парламентских партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России». И вот сегодня обсуждались законодательные инициативы единороссов. Практически все, ну или почти все, все, что происходит, это делается по тесном контакте между правительством и фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Поэтому хотелось бы поговорить и о том, что сделано, и о ближайших планах. Еще с 2011 года заработал закон в части, разрешающий изымать из оборота сельхозназначения земли, как пахотное, так и пахотное, в случае, если они длительное время ненадлежащим образом не используются. Крайне тяжело идет законопроект. Вот я посмотрел, вот эти фермеры, они готовы сейчас в горы свернуть, им нужна земля. И она лишит земли. Не используется. Да, вот здесь, наверное, сосредоточиться. Потому что это огромный наш ресурс. Как вы считаете, когда можно было бы выйти все-таки на принятие этого закона? Я думаю, прямо в начале сессии. Сейчас вот мы это доведем до общественного сознания, пригласим всех законодателей, чтобы не было никаких спекуляций. Потому что такое тоже, к сожалению, у нас присутствует. Тема болезненная земля, и мы, надеемся, найдем решение. Хорошо.